Серебряные волонтеры – волонтерское движение, в состав которого входят люди старшего возраста. Такая общественная организация существует на курорте уже второй год. Анапские добровольцы помогли освободить от хлама и прочих ненужных вещей помещения, где будет находиться одно из отделений территориального самоуправления. Волонтеры писали и просили у главы города Сергея Сергеева место для своего штаба, так как собраться все вместе у них есть возможность только раз в неделю в клубе ветеранов. И власти Анапы смогли решить этот вопрос. В новом помещении для тосовцев будет выделена комната и для волонтеров. Мы как волонтеры не остались в стороне этого мероприятия, вот, и пришли на помощь. Представители волонтеров серебряного возраста активно участвуют в различных мероприятиях и акциях. 26 января группа 46 анапских серебряных волонтеров поедут на Олимпиаду в город Сочи и пробудут там до 24 февраля. К приезду домой их будет ждать новый собственный штаб. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.